Всем добрый день. Погода у нас продолжается нелетная, но рассаду я уже, помидор, хочу высадить. Сейчас я уже посадила, а часть я вам покажу. Почему я там не показывала? В общем, технические неполадки были. Эта рассада, вот эту низенькую, вот я ящик подготовила, вот эта низенькая, ее обозвали страшненькой. Ну вот мы видим, листики вот эти первые попали под мороз. Вот это сорт демидов. Он в сторонку пойдет. В эту грядку я хочу высадить непасы. Непасы из этого надо еще найти. Вот он, непас-гигант. Тоже он, вот он, замороженный был. Листок вот такой подмороженный. Это вот та, которая стояла белая. Вот они, листы, допустим, видны. Вот на этом хорошо видно. Вот они. Замороженные мои томаты. Тоже не пас. Отбили они уже пасынки. Вот они. На этом тоже есть пасынки. И сейчас я их буду высаживать. Как я их буду высаживать? По первой листике. Семидольки уже вот они отвалились. По первой листике я их буду высаживать. Посмотрите. Это вот эта чамрышная, которая выращена без опинов, без атлетов, без ничего. В простом грунте. Вот с такой корневой системой. Единственное, хотела что еще сказать. У меня появилось очень много рассады из раздела неопозданных. Все стаканчики я скрупулезно подписывала. Но сейчас найду, где я еле-еле просто разглядела, что это. А, видите, надписи нет на стаканчике. Вы ее не увидите, надпись. Я рисовала тонким маркером. И он на многих выгорел настолько сильно. Вот это и вот это один и тот же маркер. А, только он двухсторонний. С одним средний сносик писать, а это как ручка. Но я подумала, что ничего не случится. То есть... Кто занимается именно вот рассадой, допустим, подписывает, чтобы скрупулезно. Вот это не вариант. То есть средний маркер толщины. Но это вот моя просто боль, потому что у меня вот получилось, что суперклюшу я достала. Я еще могу разглядеть ее в сторонку отдельным рядком. Вот клюша, например, он с высотой 50 сантиметров будет. Какой он должен быть? Толщина ножки. Ну, вы посмотрите, она гигантская. Вот он выжил после морозов, после всего. Но перейдем к делу. Что я буду класть в лунку? Это самое интересное. У всех свое. В этом году много нововведений, но традиционно остается перегной вот такого качества. Вот он. Вот. Рассыпчатый. Буквально две вот таких пригоршни на лунку. Рыбная мука, приблизительно столовая ложка. Но я не отмеряю ложку. Я вот беру, у меня черпачок 40 грамм в нем. Где-то чуть меньше серединки. Хочу попробовать биогумус. Вот такой вот я взяла для рассады в жидком виде. Нас же все привлекает слово био. Буду надеяться, что вот эту погоду они перенесут. Потому что им... деваться некуда, и они будут жить так, как они хотят. Захотят выжить, значит выживут. Не захотят, значит что-нибудь да выживет. У меня вот такой подход. Не всем он приятен, но танцы с бубнами я не хочу устраивать. Так, сейчас я буду поливать просто водой до впитывания. Потом разложу рассаду и... добавлю в лунку этот биогумус по инструкциям. Но все, в принципе, процесс я вам потом покажу. Вот она лунка. Вот, как обычно, вот он перегнойчик тут. Вот я лунки пролила просто водой. И еще пролью по литре на лунку биогумуса. Не, не самого большого, я покажу. Честно, вот такой темный пакет, стаканчик даже не вижу. Ну, корневая... То, что видите, обычно я сухими сажу, удобнее. Вот они уже, на них пасынки лезут вовсю. Поэтому
Прям вот так вот в грязь я их и посажу. Просто втыкну, пускай стоят, а потом земелькой присыплю. Ну вот и вся моя премудрость. Воды многовато, остальные подожду, чтобы питалось, чтобы вот такая вот жижечка не выступала. Так удобнее, лучше и функциональнее.